Нет денег на памятник Юрию Киселеву. Правительство Саратовской области не смогло выделить средства на изготовление и установку монумента знаменитому жителю Саратова. По сообщению некоторых информационных агентств, министр культуры региона заявил о том, что памятник должны были изготовить за счет финансирования спонсоров и областного бюджета. Однако денег на это так и не нашлось. Ранее ТЮЗ имени Киселева объявил конкурс на лучший макет скульптурной композиции. Общая стоимость проекта составила почти 5 миллионов рублей. Более подробную информацию смотрите в ближайшем выпуске программы «Новости 24 Саратов».